Приветствую вас, дорогие друзья и гости канала. Благодарю вас за то, что вы снова со мной. Давайте посмотрим, что приготовила следующая неделя. Неделя 17 по 23 октября для всех тех, кто родился под созвездием Девы. Работаю я сегодня с двусторонним таро, то есть реверсивным. Здесь прорисовка идет с двух сторон. Поэтому карты буду вытаскивать и читать сразу. Стучит на следующей неделе. Десятка мечей. Карта достаточно конфликтная. Она говорит о том, что какая-то ситуация в вашей жизни заканчивается, что-то уходит и что-то новое придет на место ушедшего. То есть здесь очень интересно. Смотрите, затмение солнца, но затмение уходит и будет снова солнышко. Поэтому, если что-то ушло из вашей жизни, отпустите это. Это могут быть какие-то люди, это могут быть и ситуации. Что-то завершилось. Уже убиваться по тому, что ушло, по тому, что уже не существует, нет смысла. Это может проиграться и в сфере отношений, когда рассорились с кем-то и рассорились насовсем. Это также может быть информация о каких-то военных действиях на вашей территории, да, в вашем округе, в вашем городе и так далее и тому подобное. То есть могут быть какие-то новости о каких-то сражениях. Вот если вы живете в горячей точке, например, в Украине, то здесь вот может проиграться то, что будут какие-то новости о положении на фронте, если вы этим вопросом интересуетесь. Дальше давайте смотреть, что гремит. Старший аркан – сила. Данная карта говорит о том, что на следующей неделе вам придется сгрести с себя до кучи, найти в себе силы для того, чтобы решать те вопросы, которые выйдут на повестку дня. Для кого-то здесь может проиграться то, что нужно будет вам посетить стоматолога. Для кого-то нужно будет уделить внимание своему иммунитету, поддержать иммунную систему. То есть это могут быть какие-то БАДы, закаливания, джим, что угодно. Но направленность идет на то, чтобы привести себя, свое тело, свой разум в состояние активности и чувствовать себя более здоровым человеком. Вот этот вариант проигрывается тоже. Давайте я еще посмотрю, что здесь у вас с этой силой. Опять-таки, по данной карте проигрывается очень много новостей, очень много общения. Если ждали какие-то посылки, ждали какие-то документы, все это к вам придет на следующей неделе. Для тех, кто живет в горячих точках, еще раз повторю, что здесь могут быть новости о достаточно сильных сражениях. Давайте смотрите, что у вас здесь по работе. Если вы трудоустроены, то, в общем-то, все идет без изменений. Выпадает вам старший аркан Иерофант. По данной карте проигрываются люди либо уже преклонного возраста, которые находятся на пенсии, либо это люди, которые работают, скорее всего, на государственной работе, то есть государственные какие-то организации, бюджетные организации, где вы получаете свою зарплату. Опять-таки, в плане работы здесь может пройти обучение, какие-то курсы, повышение квалификации, либо получение совета, хорошего совета от начальника, либо от руководства. Если вы ищете новую работу, то, к сожалению, по башне здесь не особо проигрываются какие-то варианты что-то найти, только если вы не работаете в сфере недвижимости. Для тех, кто работает в сфере недвижимости, да, здесь проигрывается плюс, будет возможность найти работу, получить предложение. Если вы не работаете в сфере недвижимости, то здесь может быть только пассивный доход, если вы сдаете свою недвижимость кому-то и зарабатываете какую-то денежку. Но в плане трудоустройства, в плане работы на кого-то здесь не проигрывается. Давайте смотреть ваши финансы, что у вас по финансам на следующей неделе. Четверка пентаклей, карта стабильности. Она говорит о том, что никаких кардинальных перемен в финансовом положении у вас на следующей неделе не будет. По данной карте проходит желание сохранить то, что у вас есть.
Здесь вот вы откладываете что-то еще и в кубышку, чтобы, если нужно будет, у вас были денежки под рукой. Но эта карта, в общем-то, стабильности, карта вкладывания в дом, карта вкладывания в себя, в своего партнера, покупка продуктов, оплата по счетам. То есть все как обычно. Давайте посмотрим ваши личные отношения. Что здесь в плане личных отношений? Выпадает старший аркан отшельник. Данная карта говорит о том, что в плане личных отношений на следующей неделе вы будете чувствовать потребность побыть собой наедине, уединиться. Для кого-то может проиграться здесь и медитация, и йога, и другие духовные практики. То есть такое ощущение, что вы устали от общения, вам хочется отдохнуть, отдохнуть от всех. В плане того, что если вы находитесь в партнерстве, здесь может быть отдаление от партнера не потому, что там кто-то кого-то больше не любит, а по той простой причине, что уже нужно свое пространство. Подустали, хотите отдохнуть, просто побыть наедине, почитать книжку, заняться какими-то своими увлечениями. Кто-то будет вязать, кто-то будет шить, кто-то будет заниматься своим каким-то хобби, кто-то будет рисовать, неважно, кто-то будет вышивать, кто-то будет, например, мужчины там заняты своим автомобильным средством, то есть вкладываться в автомобиль, кому-то в радость привести машинку в порядок, кому-то в радость починить мотоцикл. Все эти вещи вот. Чем бы вы ни занимались, что бы вас ни радовало, вот вы переключаете свой фокус на какую-то активность. Кто-то хочет поехать на дачу, собрать урожай, привести в порядок сад и так далее и тому подобное. То есть вот как-то не до партнера, не до отношений. Давайте я еще уточню, что здесь, если вы все-таки находитесь в парах. Здесь больше идет построение планов на будущее, потому что что-то в жизни проигралось, как хотелось, что-то не проигралось. Единственный выход в данной ситуации – это попробовать еще раз. Ладушки, давайте я посмотрю. А если вы хотите с кем-то познакомиться? Здесь знакомство может быть только через работу либо учебу, но опять-таки ваш внутренний настрой больше на вас самих. В плане отношений еще здесь может проиграться то, что поедете проведать своих старших родственников. Там бабушки, дедушки, мамы, папы, то есть люди пенсионного возраста. Давайте посмотрим ваше эмоциональное состояние, что у вас будет на следующей неделе. Выпадает вам старший аркан «Справедливость». Данная карта говорит о том, что кто-то будет заниматься юридическими вопросами, кто-то будет заниматься медицинскими вопросами, административными вопросами, бумагами, оформлениями паспортов, подписанием документов и так далее. То есть ваш фокус на следующей неделе, он совсем не эмоциональный, он больше ментальный. То есть какие-то мысли, какие-то желания, какие-то дела, которые нужно сделать, и сделать нужно их с трезвым подходом. То есть, когда нет эмоций, когда вы пользуетесь логикой, разумом, принимаете решения, которые не предвзяты, которые никак не связаны с вашими чувствами. То есть, вы делаете то, что нужно сделать. Хорошо, давайте посмотрим, а что же вам успокоит душу на следующей неделе? Выпадает шестерка пентаклей. Данная карта говорит о том, что вы понимаете, что для вас ваши родные и близкие играют очень важную роль. И по данной карте может проиграться, что если вам нужна помощь, вы знаете, что если вы попросите эту помощь, вам окажут ее ваши родные и близкие люди. Опять же, если родные и близкие люди придут просить помощь у вас, вы тоже с открытой душой и сердцем поможете. То есть успокаивает душу тот факт, что вот смотрите, вот вы, а вот это ваше владение, это ваш род, это ваша семья. И вы, безусловно, контролируете ситуацию, держите все в своих руках, знаете, у кого что происходит в жизни, и в любую минуту вы готовы помочь, вы готовы прийти на помощь, если вас позовут. Очень интересная здесь карта. Понимаете, как вот вы держите равновесие, не влезайте в какие-то дела, которые вас не просят влезать, но в то же время готовы прийти на помощь, если нужно будет. Ладушки, давайте посмотрим совет вам на следующую неделю. Что за совет?
Совет соблюдать свои личные границы и соблюдать границы других людей. То есть по данной карте проигрывается немножко отстранение от общения. То есть если хотите уединиться, можете уединиться. И еще пересмотр каких-то своих поступков и поступков других людей, которые были в прошлом. Вот то, что называется lessons learned. Прошли какие-то уроки жизни, да, вы сделали какие-то выводы. Возможно, даже наступили на какие-то грабли, набили шишки. Но совет состоит в том, чтобы защищать себя, защищать свою семью, защищать свои интересы. Вот так вот, мои хорошие девы. Ну что же, пишите мне, пожалуйста, как проигрывается, либо не проигрывается для вас этот расклад. А с вами была я, Надя Райс. До свидания, до новых встреч.